Всем привет, с вами я, Александр Сучков, и в этом видеоролике я буду опять проходить эту карту Ледокол. Да, это наша четвертая часть прохождения карты Ледокол в Warface. Если вы не видели прошлую часть, то, пожалуйста, перейдите по ссылке в описании, и, пожалуйста, там есть другие части этой всей хрени. Также есть такой специальный плейлист «Прохождение ледокола Warface». Да, очень интересно. Да уж. Думаю, мы все-таки пройдем. Мы сможем. И опять у нас какие-то дебилы в команде, да. Ну, в общем, это всегда. Но главное не наступать на эти, можно сказать, гранаты. Ой, мины, извините. Мины, которые пикают. Если на них не наступать, то все будет нормально. Ну что ж, ладно. Пока что все у нас норм. Пока что ожидание сервера, и пока что все закрутится. Я вам напоминаю, что это всего лишь четвертая часть. И неизвестно, сколько я еще буду проходить. Как вы помните, белую акулу я что-то еще не прошел ни разу, да. Очень обидно, потому что я проходил ее несколько раз, и так ее и не прошел. Поэтому я вам говорю так. Лучше проходить легкую. Вот вы не поверите, но лучше проходить на легкой сложности, да. Окей, ладно, все это прохожу за один день, но эти видеоролики будут выложены в разное время, в разные дни, и будет там, если вы не знаете, то я пишу в конце число, это число именно когда было выложено видео, понятно? То есть это не в то время, когда я поиграл в это. Потому что у меня есть такие видеоролики, которые уже неделю лежат, валяются в папке. Я их еще не выложил. Эти видеоролики есть, и они секретные. И я их выложу немного попозже. Но сейчас не об этом. Сейчас о другом. Потому что нам нужно... Нет, какое нужно? Мы обязаны! Точнее, нет, как обязаны. Что еще? Какое еще слово есть круче, чем обязаны? Мы должны, мы обязаны, мы сможем... Нет. Ладно, пусть будет «мы обязаны пройти эту карту ледокол». Потому что, ну, я, конечно, не фанат Warface. Я не люблю там, что происходит в игре. И в прошлый раз я просто взял и ушел из игры. Но сейчас я вернулся. Так, ладно. Надеюсь, в этот раз Blackwood начали против нас настоящую войну. И пока мы проигрываем. Враг атакует по всем фронтам. Это операция масштаба Нормандии. Графика, по нам наносят удары при поддержке с моря и воздуха. Вы должны срочно вмешаться. Силы противника приближаются к нашей базе. Наши, атакуйте их флангов реактивных гранатометов. Графику покажу. Вот, все. Это самое реактивный гранатомет с управляемыми снарядами. Наведите ракету на цель в полете. Она будет следовать за перекрестием прицела. Вот. Ладно. Смотрите, вот, уничтожьте силы Blackwood с гранатометов. Да. Помните, что ракеты необходимо вручную навести на цель. Иначе ладно, они уйдут мимо. Окей. Так. Нет, не дали мне. Ну ладно. Идеально так. Дальше. Че, елка, не ломаешь с ним? О, дали. Мне дали. Ракетный крейсер готовится к атаке. В укрытие! Ай-яй-яй-яй-яй. Опа, идеально. Забудьте о крейсере, у нас новая проблема. Blackwood захватили ракетные шахты. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Чё забрал-то её? Смотрите, забрал. Ракеты готовятся к запуску. Проберитесь через лес и войдите в шахты. Так, я прикрою, я прикрываю. Blackwood блокирует все дороги, так что будет жарко. Вперёд. Ай-яй-яй. А, взорвалась, типа? Нет, она не взорвалась. Ау, теперь взорвалась. А, никого не убил. Так, окей. Так, тихо проходим. Блин! Так, ладно, позже! Так.
Позже пройдем плен. Так. Так, дальше куда? Точнее, дальше что? Ай-яй-яй-яй-яй. Залагала. Очень странно. Раньше не лагала. Да. Слетела игра. Очень жаль. Нет, не слетела. Так. Нет, он все-таки прекратил работу. Ладно. И что теперь делать? Ладно. Окей. Не повезло и не повезло. Ладно. Не в этот раз, значит. Ладно, будем ждать другое видео, другое все, что здесь будет происходить. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарии под видео. Всем удачи и всем пока.